О, отсюда шишку видно. Чью? Мою? Кто любит приключения? Довольно возбуждающий треск. Ай, блядь. Хорошо, хорошо. Хорошо, у меня тоже бьет. У меня тоже бьет. Я тоже это чувствую. Это, седло пробивается. А люди мне не верили, что ты орешь, что ты кричишь. Как... Так, ребят, мы, короче, едем под лэп, всех хреначит. Ну, как бы парни орут, кричат, а мне, в принципе, никто не верил, что так может быть. У меня, например, сейчас палец хреначит, вот прям как, ну, как судорога. Бьет же, да? Видно искренне. Ну, вот. У нас лэп идет, но она довольно-таки высоковольтная, потому что она идет от ГЭС. И все, кто не верил, что она бьет, все, короче... Ребят, не надо. У нас сегодня пятеро. У нас две сани, Коля, Миша, Марк, один футбайк на ригиде, да? Парни, короче, удивляются, что их бьет током. Никто как бы не верил, что такое может быть. Но как бы вот. И у нас сегодня как бы грозу обещают. Мы едем в самую грозу. Едем туда. Посмотрим, что из этого выйдет. Слезайте нафиг! Пацаны, одному из нас плохо. У тебя... Как самочувствие? Хреново. Сначала. Такая красотища за вами. Мне кажется, все-таки гроза нас сегодня найдет. Едем мы вдоль трассы вот туда. Нам будет гору обогнуть. Ну и, в принципе, будет очень весело. Сегодня у нас Кона, Стелс, GT, еще один Стелс, двухподвес, и Ягодка на нашем торте. Это огромный... толстенный, оранжевючий вот такой вот велосипед. Очень сексуальный. Отлично. Не хватай, ставь ни за что лишнее. Ой, бля, это что такое-то? Это что такое? Какой огромный. У него посадка так начекает. Это вообще законно, нет? Бля! Бля, ребят, так мягко! Блин, ребят, очень мягко. Я вот не знаю, кто говорит, что футбайки это хреново. Это на самом деле охренительно, потому что я сейчас как бы еду по кочкам, я их не чувствую. Меня только трясет, потому что вилка ригидная. Это, конечно, сачамба вообще. Такие огромные колеса. Ну, это, конечно, очень крутой велосипед. Ребят, переходим цивилизованно, не нарушая. Короче, ребят, я темп чуть-чуть снизил, потому что догнал чуть-чуть ребят, но гнать, в принципе, нам-то не надо. Мы сегодня отдыхаем. О! Кораблик. Не, на самом деле, ребят, погода очень красивая, потому что сейчас у нас как бы гроза. Было маленькое штормовое предупреждение, но 5 человек решило все-таки сюда поехать. Я думаю, правильно сделали. Страшно, опасно. Турбины крутятся, амперы мутятся. Подойдите в угол, кто хочет. Там описаться можно. Ой, страшно как! Так, ребятушки, ГЭС это всегда шумно и пыльно, но мы двигаемся. Ты сильно не гони, темп, короче, ну, ниже делаем. Молнии, ребятки. Ого-го. Давайте, короче, я как самый хитрый перелажу и принимаю ваши велосипеды, а вы мне подаете. Короче, ребята, романтика полнейшая. И вот эта гроза впереди, она таких придает ощущений романтичных. Катайте, ребят, всегда в группе, одному это вообще не в кайф. Зато какой ветерок, а! Ребят, там вообще жопа. Вообще очень красиво. Я считаю, что мы сегодня не зря поехали.
сильнейший, и вообще это действительно про велосипед. Парня на футбайке сдувает вообще как муху. Можете так проехать. Бля, ребят, там очень страшно, и ворота там дичайшие. 100 дуванчики очень симпатичные. На самом деле мы сейчас проехали. Проехали, будто в аду побывали. Фуры едут, пыль в рожу, в глаза, в уши, бьет прям как иголками. Ну прям как зимой в метель. Это на самом деле дичь. Ну вот мы и попали под дождь. Все-таки у нас настало, я думал, что его не будет, но дошло. Как ощущения, Николай? Очень жестоко. Пока стоим, пережидаем дождь, страдаем херней. На самом деле он не сильный, но все-таки он есть. Благо у нас есть вот такая вот опора, которая нас спасла сегодня. Парни, конечно, в шоке, что приходится так ездить по трассе, в пыли, под дождем. Но это круто. Он, кстати, наш собрат. И сейчас мы, короче, отдохнем, я думаю, и поедем мы вот в ту сторону. Там будут магазы. И возьмем что-нибудь поесть. В поездках как бы приходится довольствоваться тем, что есть. Ну и, в общем, система у нас вот такая. Пау-пау-пау-пау-пау. Так, вроде бы дождик прошел. Дорогу мы перешли второй раз уже. Вроде бы даже едем. Впереди у нас что? У нас впереди... город и магазины. Вот эта тропа мне очень сильно нравится. Она прям березовая и зеленая. Нам, кстати, очень сильно повезло, что дождик не такой сильный. Свежо. Потому что, ребят, когда мы выезжали, был нормальный такой жар, и мы успели вспотеть. А сейчас очень хорошо. Сегодня у нас задача забраться на гору, которая у нас будет по левую руку. И там нажраться вдоволь, отдохнуть и обратно, в принципе, поехать. Я думаю, будет романтично. Должно быть круто, потому что мы будем подниматься прямо на гору. У нас будет крутая балдежная тропинка. Дождик даже не под баты. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Че, я сейчас, короче, в магаз. Вы где будете? Да. 4 на 5. Да. Так, насколько можно понять, сейчас сегодня у нас будет пир на весь мир. У нас 5 коробок доширака, и я взял батончики. Ну это вообще круто. Главное найти, короче, воду, чтобы это все сварить. Что, нормально человек заходит? Что, продали? Да? Да, что не сказали. Вот опять я поменял свой велосипед. А чё так скользко-то, блядь? Мы в Жигу заехали, поели, попили, даже шоколадок купили. Сегодня с нами 5 коробок доширака, и, в принципе, мы должны их умять на одной красивой горе. Ребята уже в шоке, что нам придется ехать в гору, вот в ту. Но я как бы такого же мнения. Да. И как назло, солнце вылезло. Это судьба, наверное. Мы нашли дичайший подъем, который нам нужен, в принципе. Но он сложный, да? Затяжной довольно. Но если в обратную дорогу катиться, то это сплошное блаженство. А это наш дом. И камера, короче, с ума сходит, я не знаю, из-за чего она сходит. Наверное, из-за тепла, из-за наших сильных ног. Потихоньку пойдемте. И наших отшибленных мыслей. Конечно. Подъем довольно-таки живописный, прям, ребят, вообще. Низкая трава, как в фильмах. Нет вот этих сраных кустов. И эти тропинки просто балдежнейшие. Там у нас грунт, а здесь у нас
щебень такой. Там Хоббит, а там Гендальф. Да, там Хоббит, там Гендальф. И, конечно же, вид офигеннейший. Тут еще яблони. Я теперь понял, что тут травы высоко нет. Козы. Ой-ой-ой. Бабки слева весь мешок висит. Смотрите, какая офигенная трасса, да, я снимаю. Бабки слева весь мешок, а сумка от ребенка. Смотрите, козы. Такой чёрт. Колея, да? Ну, лес, конечно, балдежный. Прям как по книжке написанный. Здесь прохладно, ветерок. И пахнет прям таким сырым лесом. Круто. Именно вот этот лес на горе, он просто дичайший. Это просто жесть. А, да? Тут не то, что много комаров, да? Он красивый. И вот таких вот, конечно, подъемов я нигде не видел. А вот эта вот тропа, ну, она крутая. Мы туда не поедем. Не, мы туда не поедем. Ну, конечно, тяжеловато сюда подниматься, ребятки. И это вам не по городу кататься. Правильно? Мне кажется, каждый должен проматериться. Вот, например, там на повороте. Не, ну тут съехать будет вообще дичайшим. У тебя камера работает хотя бы? Да. Ну хоть все не зря. Ну хоть все не зря. Я заебли, да? Какого хера? Блядь. Вставай быстрее, там толпа клещей в кустах. У нас не работают карты, не работают мозги, а конкретно у меня не работают. Мы не понимаем, куда идти. А тропинка-то, блядь, не кончается. Ребят, такая вещь, что проехали мы гору насквозь и выехали мы не туда, куда нужно. Там бурелом. Ребятки, мы заблудились собачьим чертям. Мы не понимаем, где мы находимся. О, ландыши! Ого! Опачки! Почти упал. Да. Подожди. Вот этого больше всего я боюсь. Была ли это хорошая идея? Никто не знает ответа на этот вопрос. Мы так с дуром можем и до Москвы доехать, я думаю. Не упади! Все конечности целые. У меня, блядь, петуха разъебал. Блядь. Нет, не петуха. Колесо выебало тебе просто. А, заебись. Блядь, еще я тебе пизданул. За что? Я бы сейчас смотрел. Подожди. Ребят, смотрите, колесо вырвало. Ой, блядь, яйца мне вырвало. Колесо вырвало. Яйца повело реально. Да. О, блядь, ты на гелик насрать, он мне в яйца прям въебался вел. Сидуха, походу, мне влетел. Я еду. Почти остановился, и он мне как въебется. Ну, вроде целый. Вроде тебе повезло. О, смотри. Ну, чуть-чуть мимо. Блядь! Неожиданно, не правда ли? Вот такой поворот. Да. А напротив. Что-то не то. Почему? Она по прямой, мне кажется. Она вниз уходит. А вся гора вниз ходит. Ну она там наверху, по-моему, нет? Чувствую себя фрирайдером, блядь. Фрирайд!
Ой, блядь! Ой, яма, яма! Вот так вот, ребят, все в реальной жизни-то происходит. Туда? Давайте проверим. Да нет, это не то. Погнали наверх и в обратную сторону. Ребятки, это просто жопа. Мы в ахере. Столько сил у нас еще ничего не забирало. Спасибо. Ой, когда же она начнется, ребят? Уже нет сил. Ничего не хочется. О! Бля, там что-то есть. Это точно она, нам в другое место не надо. Дай, да, она. Смотри, как там красиво. Тут везде красиво. Она оправдала мои ожидания. Ребята, вот эта гора стоила нам всего. Всего стоило. Это ужасно. Да, я вижу. На дерево похоже. Такие, не туда обратно. Это другая развилка. Не туда. Это стоило всего. Это реально очень крутая гора. Это просто ахунг, ребят. Эта гора нас вымотала. Это, наверное, самая сложная гора в моей жизни. Это просто ужасно было. Но она, конечно... Давай добавлю немного эротики. Она дала нам красивых видов. Красиво? Ребят, это была жопа. О. Мы почти умерли, но мы выжили. А веселая жопа. О, дроплан. Блин. Короче, это было круто, но это было как сложно. Так что, кто сюда захочет, трек у нас будет на опыте полнейшем. Да, можете полный его проехать. Ну что, сейчас начнется самое интересное. Пожираловка. Жрать! Что это? Раскрутилось. Блин, так тихо, печки. Это так и должно быть? Надеюсь. А как его собрать мне теперь? Вот я блин вообще никогда ни разу не парил. Ой, блин. Я не знаю, я не скучаю. Ну вот этого я ждал, как второе рождение себя. Какой нос! Не, ну это, конечно, красиво, ребят. Ничего себе мы тут разложились, это что такое? Как это вообще называется? Нам подбросили, не надо. Гастрит без обид. Это ведь незаконно. Это называется люк. Камеру убери. Короче, сзади меня остров Телячий, сзади меня Копылово, сзади меня Тольятти со всеми его районами. В общем, мы сюда забирались, я не знаю сколько. Сколько мы забирались? Часа ну, примерно. Полтора. Часа полтора. Мы сначала поехали в одну сторону, проехали эту гору насквозь. Поехали в другую сторону. Поехали потом в одну сторону, приехали на другой камень, но он нас не удовлетворил. Как, ну, в принципе, как ничего. Мы поехали в другое место, и мы приехали сюда. Вот это сраное место мы искали много времени, потратили много сил. И что, она окупила ожидания? Да! Она окупила ожидания? Оно окупило. Кто захочет сюда приехать, трек у меня будет в описании. Говорят, конечно, не ехать, но мне кажется, все это неправда. И сюда надо ехать обязательно на велосипеде с города. Иначе вы не прочувствуете всю красоту этого места. Да. Закат, ребят. С каждого по комментарию. Как это было? Отлично. Это было отлично. Как это было? Тяжело. Тяжело. Как это было? Шикарно. Еще раз. Шикарно. All very well. Вот по этой линии, Ли. А какую? Вот. Мы, короче, решили погулять, найти хорошие красивые камни. Довольно
Очень красивые камни. Ребят, мы уже не знаем, что делать от своей, от своего горя. Да. Есть как там, утомленный солнцем, а мы воспаленный мозг. Ну-ка, ну-ка, я тоже попробую. Тут вдруг я увидел пост Марк, которым он приглашал поехать в жопу мира. Ну, в принципе, неплохо, знаете. Я даже рад. Ребят, мы не знаем, о чем разговаривать. Я, наверное, буду вставлять абсолютно все, потому что вставлять что-то с этой поездки будет неуважением к себе. Не, ну какую, давай, я тебе что искать? Короче, ребят, теперь с нами еще и Дошик. Да. Жизнь полностью наладилась. Вы представляете, что мы просто затрахались. Мы потратили столько калорий и получим только один доширак. Мне кажется, нам нужен теленок за это. Что вам еще сказать? Тут, конечно, круто. Тут есть крутые велосипеды. Тут есть крутые парни. Да, тут есть крутые виды. Морально унижен. Но, как обычно, нас унизила природа. Первая проба. Ребятки, смотрите, он приготовился. Правда, у нас вода вся ушла, но я думаю, это не проблема. Мы найдем воды. Остренький, да? Привет, язва, товарищ. Бля, охуенно. О, хлеб? Давайте раздам каждому по три куска. Это жизнь. Не жалейте свое здоровье и выбирайтесь на такие красивые места. Ребят, что за магия? У меня ни одного комара нет. Натальяти уже поливает, мы пожрали, наши желудки болят. Они просто испытывают адскую боль. Я думаю, мы сейчас уже выйдем, чуть посидим, попривыкнем и уедем отсюда нахер. Куда солнце делось? А, вот солнце уже ушло. Серьезно? Да, да. Уже закат как бы. Нам, если что, вон туда домой. Туда, да, залез. Видно, да? Хорошо видно? Симпатично видно? Так, ребятки, у нас, короче, снова завершение с телефона. Значит, все 5 человек доехали до своего района. Все задолбались. Маршрут у нас сколько? Примерно 62-65. Что я могу сказать? Маршрут просто охренительный. Мы заблудились. У нас это отняло много сил, много лишнего времени. Карты, короче, нас подвели ни хрена, потому что, опять же, ну, мы заблудились, короче. Но... Что все живы и целы. Да, главное, что все живы, целы и довольны. Правда? Конечно. Конечно. Конечно? Обязательно. Конечно. Ну и вот, короче, фонарики, все дела. Повторить, да, и все желают повторить.
Короче, все довольны, все хотят еще, правильно? Скоро будет соточка. Да, скоро будет сотка, так что, ребят, давайте. Не знаю, как видно, не видно. Ой, блядь. Давайте, короче. Все круто. Покатались отлично. И всем пока.